И вот, если посмотреть на все то, что мы получили, открывая эти кейсы, то мы получили не только персонажа, но еще и оружие к этому персонажу. То есть а, вот так вы... вот так выглядит стандартная Вивиан с таким вот оружием, а так выглядит Vivian. выглядит то, что мы получили. Сразу видно, что намного лучше. Vivian. Vivian такая более приятная стала, такая, ну, круче выглядит. Потом еще мы получили карнавальную инь. Стандартно она выглядит вот так. Довольно-таки мило. А то, что мы получили, выглядит вот так. Ну, прикольно. Не скажу, что круче. Стандартная. Стандартная тоже неплохо выглядит Потом мы получили еще Мэйв Скай, Скай То есть Скай, не Мэйв, а Скай Стандартная Вот так выглядит Но мне здесь вообще не нравится Или вот так она выглядит Уже лучше какую-нибудь, я не знаю Из гильдии Тут она так стильно выглядит Блестит так красиво ну, короче, не очень Ну, я имею в виду тот скин, который мы получили этот так красивый был Почему-то она говорит Sky, хотя это уже Мэйв Ну, по сравнению со стандартной Мэйвой Ух ты Она выглядит круче И голос еще такой томный Такой Мэйв Ух прям кайфово. Звучит так. Ух, мэйв. Так томно произносит, вообще классно. Ну и вот это, по-моему, самый классный скин, наверное, на а, Фурию. Фурия. Это стандартный? А нет. Вот это стандартный. А это тот, который мы получили. Фурия. Из всех он самый классный. Вот. Фурия. Стандартный. Железная. Золотая. Хай-тек. Ну вот это еще так прикольно, но это... Fioria. Вот это самый крутой скин, и я его получил. Это максимально круто. Кавайная. Хотя, наверное, должна быть карнавальная. Может, они ошиблись? Карнавальная. Или, может, специально так, типа, мил мило так, кавайная. И вот богиня тоже круто выглядит. Leon. Стандартная. И Leon. то, что мы получили. Вот реально круто выглядит. Такой белый наряд вообще идет. Красиво смотрится. Ну и плюс оружие у каждого персонажа. Помимо скина мы еще получили оружие. Так, выглядит стандартная. А у нас эксклюзив такой беленький. Ну в общем... Так вот все выглядит. Я доволен открытием кейса. Вообще круто вышло. Жаль не хватило на все. еще еще на одно открытие. Вот такие дела.